Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня снимаю продолжение серии «Выходные пони». И давайте начинать. Ну что ж, девочки, сделаю вам пакость. Вы что думаете, я какая-то просто пони? Ошибаетесь. Я не для этого была сделана. Так, что бы мне такого сделать? Я люблю делать так своим хозяевам, чтобы они, даже не знаю, просто впадали в панику от того, что у них все так ужасно. Ну что ж. Мне больше всего это не нравится. Моя хозяйка так уж и быть мелкая. Хм. Чтобы мне сделать вот этой вот. Надо подумать. О нет, только не собаки. Они же могут меня учуять. Хм. Да, надо бы избавиться от собаки. Так, надеюсь, там все из семьи спят. Ну, все из ее семьи спят. Надо проверить. Шикарно. Что бы сделать? О, идея. Собака же нам как раз тогда и не будет мешать. Ну что ж. Приступим. Так, для начала надо для правдоподобности что-то уронить. Так, раз. Так. Все, уронила. Эй, собачка. Рычишь. Ой, кажется, я сейчас что-то возьму. Ай, не трожь меня. Ты глупая собака. Не трожь, я сказала меня. Я сказала, не трожь ты меня. Что за мерзкое создание? Так. Стоять! Так, чтобы подумать, что... О! Так, значит, раз она стоит, она будет мне помощником. А ну-ка, беги в комнату мамы. Так, стоять, вот тут сторожить, понял? Я сказала сторожить. То-то. Так, какие тут у нее красивые цветочки. Всякие украшения. Шикарная идея. Светильник, видимо, дорогой. А что, если... Да. Что случилось? Дима, светильничек! Что? Что? Где? Он упал! Так. Быстро. Убегаем и следим. Так, посмотрю тут. Ах ты, мерзкая собака! Что ты сделала? Да хватит тебе! Ты вечно себя непонятно ведешь. Все. Хватит. Это была моя последняя капля. Сегодня и завтра ты будешь жить на улице, в будке. Все, хватит. Ты разбил очень дорогой светильник. Нет, все, хватит. Ох, а где моя дочка? Она спит. Так.
И вообще, что ты тут делаешь? Сейчас только 6 утра, а сейчас выходной день. Все, а ну-ка, живо иди на улицу. Я сказала, живо. Давай, давай, не зли меня. А смогут ли это починить? Ох-ох-ох-ох-ох. Как я зла на эту собаку. Ой, ладно, это уже утром решу. Ну вот, собаку мы убрали с пути. Теперь легко я смогу разобраться и с девчонками. Ладно, пока что подожду до утра. Пойду-ка в свое место. Чтобы все было идеально. Утром. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. А? Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Ну, я хотя бы рада, что сегодня выходной. Сегодня воскресенье. Вчера была суббота, да, тоже хорошо. Так. Так. Надо посмотреть, сколько времени. Мой кристалл упал. Так еще и в миску. Как же, мол, мне уже надоело, что вечно все роняет. Да. Ну ладно, что ж поделать. Так, одеваю свой ободок любимый и иду кушать. Так, надо сестру разбудить и маму. Кстати, мне сегодня ночью приснился такой странный сон. Вот, связанный почему-то с игрушкой этой сестры. Ой, я падаю. Я упала. Сейчас. Так, надо, правда, идти ее будить, ладно. Эпплджек. Доброе утро, Старлайт. Доброе утро. Пойдем к маме. Да, пошли. Я возьму свою пони. Ну, хорошо. Бери. Она такая хорошенькая. Ну, не знаю, она мне как-то подозрительной кажется. Ой, да ладно тебе, как будто твои кристаллы не подозрительные. А что у них подозрительного? Ого! Разбитый мамин дорогущий светильник. Да, даже я его не разбила за такое-то время большое. Кто же это разбить мог? Ну, я думаю, не молния, как бы. Может, мама, потому что молния же у нас умная собака. Она бы никогда такое не сделала. Мам! Ой, доброе утро, девочки! Вы тоже увидели, какой ужас навела молния. Молния? Она не могла бы это сделать. Да, конечно. Взяла и разбила мой светильник. Нет, мама, она не может. Да, конечно. Я встала, а она тут была. А ты что-нибудь еще подозрительного видела? Нет. Нет. Ничего. А что? Ну... Не знаю, почему мне какой-то странный сон приснился. Сейчас я вам его расскажу. Сейчас я буду показывать, какой сон мне снился. Как будто бы я лежала у себя на кровати. Вечно ворочалась. Но потом встала, решила поесть. И вижу, что молнии нет. Как раз я этого с ней заподозрила. Стала ходить по комнате и искать. Но сестра тихо играла. Но вот одно «но». Ее пони стояла совсем не в том месте. Ну, я подумала, ладно, пони она положилась. Потом прибежала ко мне молния. Стала меня облизывать. Я была очень рада, что нашла ее. Повела ее к себе. Сказала, куда ты убежала. И сказала, чтобы она пошла к себе. Она, как обычно, меня послушала и пошла к себе лежать. Но потом мне испугало кое-что. Пони, которая... стояла вот здесь, резко стала тут стоять, хотя моя сестра даже ее не брала. Я со страху отпрыгнула во сне, меня это очень напугало. Я
хихикнула и сказала: «Пони живая?» В ответ я услышала: «А ты как думаешь? Я хочу захватить ваш дом». Но потом прозвенел будильник. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Да бред полный, доча. Нет, нет, я не верю, все. Ладно, надо... Кстати, а где молния? Я же ее выгнала. Не надо, мам, ну... Мне это пони подозрительно кажется. Да ладно тебе. Так, девочки, все за мной. Давайте. Ты кто такая? Вы только сейчас догадались? Хм. Да. Твоя старшая сестра была на пути. Но все равно я избавилась от собаки, которая бы меня легко прикончила. Хм. Теперь я захвачу вас. У тебя ничего не получится, что ты хочешь. Я хочу, чтобы вы меня вернули обратно. Хотя нет, я лучше все сделаю сама. Не подходи. Ай! Кто ты вообще такая? И как ты вселилась в куклу? Алло? Алло? Странно. Да. Да потому что я уже здесь. Господи! Ты кто такая? Объясни. Я та, кто владела вот этой куклой. Просто я, так скажем, пропала без вести. И та, кто купила эту куклу, увы. Обращалась не очень со мной нормально. Играла в какие-то глупые игры. Но потому что это интересные игры. Они глупые, ты мелкая. Когда у меня была эта кукла, то все было хорошо, я с ней играла. Но когда я узнала, что ее продали, это было ужасно. Поэтому я сделала так, чтобы я тут одна жила. У тебя не получится. Мама, не надо. Ай, мама, мама. Ай. Давай, Мела, давай. Мелочь и твоя мама уже повержены. А вот меня ты не обыграешь. Нет! А я уже в этой кукле. Вы даже не знаете, как мне ее уничтожить. Вот и знаю. Давай. Молодец, вот и разорвала всю куклу. Ну что теперь скажешь? Мы изгнали ее. Да опять, да моя хорошая. Что произошло? Что было? Молния. Молния. Мама, моя кукла вся разорвана. Да потому что я изгнала этого духа. Дочь, ну не я, а молния. Ладно, мол, не оставайся. Ты же наша любимая защитница. Давай, иди, играй. Ну ладно, можешь поспать. А пони была повержена. Ля-ля-ля. Все стало теперь хорошо. Светильник они, починили, так скажем. Да. Вот, все, светильник починили, и стали они жить хорошо. Если тебе понравилась такая история, то ставь лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!